Друзья, всем привет! Сегодня нашел у себя в кладовке, так сказать, вот такую вот вызовную панель для видеодомофона. Вот она рабочая, ну, правда старая, черно-белая. Вот, и я решил вскрыть ее и посмотреть, что же там находится внутри. Ну и вам показать. На передней панели здесь вот скрыта у нее видеокамера. Здесь под надписью call. Здесь находится инфракрасная подсветка, кнопка. И здесь внизу мы видим щели, там находится динамик. И как раз посмотрим, где находится микрофон, разобрав ее. На задней стороне мы видим четырехжильный провод, по которому передается видеосигнал, звуковой сигнал. И также питание. Помимо четырехжильного, здесь есть еще двухжильный кабель, проводок такой. Это реле для электромагнитного замка. Ну что, откроем сейчас панель, раскрутив вот эти четыре болтика, и посмотрим ее строение внутри. Задняя крышка поддалась и снялась. Вот здесь две платы. И вот он находится у нас тут, видим, за силиконенный, заклеенный термоклеем микрофон. Вот она. Дырочки для него, отверстия для микрофона. На этой плате расположена видеокамера, а здесь управляющая плата. Ее открутим первой, потому что она выше, чем камера. Держится она на трех болтиках. Здесь у нас провод на динамик. Кнопка вызова на плате находится вот здесь. Вот она. Такой вот микрик. 12-вольтовое реле, которое дает питание на замок, замыкает и замок открывается. 6 светодиодов инфракрасных, их свечение человеческому глазу практически не видно. И открутим сейчас саму камеру, посмотрим на камеру. Камера держится на двух болтиках. Вот, собственно, вот такая вот камера. Она черно-белая. Здесь вот прорезь отверстия под камеру. Отверстие под инфракрасную подсветку. Вот, ну и наверху у нас микрофон, как я уже говорил. Современные модели вызовных панелей видеодомофонов практически не отличаются. Все то же самое. Реле, инфракрасная подсветка, камера, микрофон, а также динамик. Камеры, конечно, сейчас и цветные, и разрешение другое. Вот, ну, функционал тот же самый. Как же работает вызовная панель совместно с домофоном? Посетитель, который приходит к нам в гости, нажимает кнопку вызова. Эта кнопка закорачивает два провода, звук и общий.
Домофон понимает, что кто-то нас вызывает, кто-то пришел. Подает питание на панель, включается камера, включается инфракрасная подсветка, и мы видим, кто к нам пришел. Видим посетителя. Если мы хотим с ним поразговаривать, пообщаться, спросить, кто это, кому пришел, с какой целью, мы поднимаем трубку и начинаем разговор. Включается микрофон, включается динамик, обратная связь. Если нас все устраивает и мы хотим пустить посетителя, пустить этого человека вовнутрь, мы нажимаем кнопку открытия замка на домофоне и срабатывает реле, которое подает питание по двум проводам на замок. И дверь у нас автоматически открывается. Ну, безусловно, это при наличии электромеханического замка на входной двери. Вот так устроена вызовная панель у видеодомофонов. Вот так она работает. Вот, если вам понравилось это видео с разборкой вызовной панели для видеодомофона, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Все, пока, до новых встреч, друзья.